В управлении Росгвардии по Республике Дагестан в городе Каспийске впервые прошло мероприятие в честь благословенного месяца Рабиуль-Ауэль. В качестве почетного гостя на Мавлид ан-Наби был приглашен муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. В мероприятии принял участие заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Дагестан, полковник полиции Магомед Магомедов, командиры всех подразделений, бойцы ОМОНа и СОБРа, религиозные деятели и другие. Магомед Магомедов, открывая мероприятие, поблагодарил всех участников Мавлида, отметив, что он был организован по инициативе сотрудников управления. В свою очередь, шейх Ахмад Афанди поблагодарил организаторов за приглашение, а также поздравил всех сотрудников ведомства с этим знаменательным днем и отметил, что их работа имеет огромное значение для сохранения стабильности в обществе, ведь дело Росгвардии – защита Родины. Я вас призываю, чтобы у вас сердца были еще крепче, чтобы вы друг друга любили, уважали. Будем стараться следовать за пророком. Также духовный лидер рассказал о важности взаимоуважения и братского отношения друг к другу. На мероприятии выступили известные богословы республики, которые затронули такие темы, как любовь к пророку, мир ему и благословение, его семейству, важность следования за учеными и другие. Стороны обменялись памятными подарками, а само мероприятие сопровождалось исполнением нашидов, вызывавших у участников самые положительные эмоции. Далее для Ахмада Афанди была проведена ознакомительная экскурсия по зданию управления. В завершении визита муфтий Дагестана поблагодарил инициаторов мероприятия и пожелал им благополучия и процветания. Встреча прошла очень хорошо, на хорошем таком уровне, особенно для молодых бойцов. То, что там было подчеркнуто муфтием республики, это насчет братства. Ту деятельность, которую он проводит сегодня, конечно, это очень нужная для республики укрепление имана, благотворительная деятельность муфтиата во главе с ним, учеба. Но для нас, для Росгвардии, это событие очень значимое, потому что на таком уровне, ну, в отрядах, тут там моменты бывали раньше, но чтобы в целиком составе управления, что проводили такое мероприятие, это первый раз.